можно взять обычную монетку, к примеру, в 2 рубля, и она отлично откручивает крышки. Отлично откручивает крышки, в которых, собственно, электролит. Там вот он там. Уровень все в порядке, проверял уже, показывать не вижу смысла. И также легко закручивают. Это вот для ребят, кто обычно ищет какую-то отвертку, начинает подковыривать, потом все крышечки разодраны в хлам. Вот, по-моему, монетка в 2 рубля, ну, либо какая-то похожая, да, главное, по размерам, чтобы хорошо подходила. Вот она отлично справится. Такой небольшой хинт вам.